Основной целью проведения олимпиад школьников является поиск и поддержка талантливых детей, содействие развитию их способностей. Безусловно, самой массовой олимпиадой школьников является Всероссийская олимпиада, которая проводится по широкому кругу общеобразовательных предметов. Ежегодно в состязаниях принимают участие более 330 тысяч школьников Краснодарского края. В первую очередь, диплом олимпиады дает возможность поступить в ВУЗ без вступительных испытаний. Или же олимпиада может быть зачтена как 100 баллов по предмету. То есть победы в олимпиадах облегчают поступление в ВУЗ. Благодаря моему участию в олимпиаде я смог поступить в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова на бюджет на химический факультет без экзаменов. Всероссийская олимпиада школьников состоит из 4 очных этапов – школьного, муниципального, регионального, заключительного. Школьный этап является самым главным и массовым этапом, в котором принять участие может каждый желающий с 4 по 11 класс. Следующий, муниципальный этап, проходят учащиеся 7-11 классов, набравшие для этого достаточное количество баллов. На региональном и заключительном этапах соревнуются школьники исключительно 9-11 классов. Моя подготовка к олимпиадам началась с курсов юниор, а после моих первых побед меня начали приглашать на различные сборы, которые организовывал Центр развития одаренности. Также я занималась на курсах интеллектуал как очно, так и дистанционно. А желанный диплом призера или победителя олимпиады – это не что-то из разряда невозможного, это совершенно достижимая цель. Главное в этом деле – это сильное желание и целеустремленность. В этом году я впервые участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии и стал на ней призером. Из всех туров больше всего мне понравился практический этап, где нас посадили в автобусы и вывезли в лес. Там нас ждало 9 заданий. Больше всего мне понравилось то, что в этих заданиях требовалось не сколько знаний, сколько практические умения. Всероссийская олимпиада школьников в Краснодарском крае проводится по всем 24 общеобразовательным предметам. С 2019 года в перечень олимпиад по иностранным языкам добавились испанский, итальянский и китайский языки. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут без вступительных испытаний стать студентами любого вуза России по направлению подготовки к соответствующему профилю олимпиады. Все победители, призеры последнего этапа, а также их наставники награждаются премией администрации Краснодарского края. В первую очередь навешивайте как можно больше олимпиадных заданий, что всероссийского этапа, что различных перечневых олимпиад. Чем больше вы прорешаете, тем больше у вас сложится навык. Потом прописывайте отдельное эссе, проект и посмотрите задания прошлых всероссийских этапов вот именно по этим периодам. И если вы пройдете на уже тур всероссийский, то тут вам поможет СРОР и организует курсы. Можно сказать, никогда не выходила из своей английской зоны. Я перевела все свои устройства на английский язык. Я смотрела фильмы только на английском. И вообще английский окружал меня в жизни повсюду. Так что можно сказать, что я готовилась к олимпиаде круглые сутки. Олимпиады школьников проводятся и для учащихся начальной школы. Но на олимпиадные состязания этого уровня выносятся только 2 предмета – русский язык и математика. Юным участникам необходимо время, чтобы адаптироваться в масштабных олимпиадных соревнованиях, поэтому их участие предполагается только на школьном этапе, в знакомой им обстановке, в родной школе.
не бойтесь участвовать в олимпиадах, потому что олимпиады — это не страшно. И постарайтесь сделать так, чтобы олимпиады стали не просто каким-то занятием, на которое вы выделяете там несколько часов в день, а чтобы олимпиады стали вашим образом жизни. Поэтому участвуйте в олимпиадах — это интересно, это полезно. Олимпиады рулят! Цель олимпиадного движения — это поиск талантливой молодежи, стимулирование ее творческой активности, учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. Олимпиады помогают выявлять наиболее способных и подготовленных ребят. Каждый ребенок талантлив, и наша задача — помочь ему раскрыться. Участвуй и побеждай! Полный абсолютный восторг. Я очень долго волновалась, получу ли я диплом или его не получу. Несмотря на то, что как бы не сомневалась в своих дурах, тем не менее были какие-то волнения. И сегодня было просто прекрасное событие и просто прекрасные эмоции.